Карагандинской области посчитали предварительный ущерб, нанесенный паводками. По данным комиссии, пострадавшим жителям требуется выплатить компенсации на общую сумму порядка 160 миллионов тенге. В целом, с начала паводков было потоплено 140 жилых домов и 274 двора в 22 населенных пунктах области. Паводки в Карагандинской области стали ежегодной проблемой местных жителей. Ущерб от природной стихии в этом году составил 160 миллионов тенге. Об этом сообщил заместитель акима Андрей Липунов на аппаратном совещании. Значит, в области паводки период завершен. В связи с стабилизацией обстановки с 30 апреля областная территориальная поддержка государственной системы гражданской защиты перейдена в режим повседневной деятельности. В целом, с начала паводков подтопление подвергнулись 140 жилых домов, 274 двора, 22 населенных пунктах области. Чрезвычайная ситуация была объявлена в 5 районах Карагандинской области. Наиболее от паводков пострадал район Бухаржирау. Здесь предстоит компенсировать ущерб на сумму более 112 миллионов тенге. Ну а наименьшая сумма ущерба приходится на Абайский район. Здесь двум пострадавшим предстоит выплатить около 600 тысяч тенге. Регионами области совершена работа по оценке поврежденного имущества, техобследованию домов и подведению итогов суммы ущерба пострадавшего от паводка. По предварительным данным, общая сумма, необходимая для возмещения ущерба пострадавшим жителям, составляет порядка 160 миллионов тенге. Из областного бюджета планируется выделить ориентировочно 48 миллионов тенге и порядка 12 миллионов будет выделено из бюджетов районов. Дороги области также местами были разрушены. За период паводка зафиксированы переливы талых вод на 52 участках автомобильных дорог республиканского и местного значения, протяженность которых составила около 8 километров. Сейчас переливы ликвидированы, движение транспортных средств восстановлено. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.